Чтобы из гипсокартона изготовить криволинейные поверхности, нужно его согнуть. Для этого есть два способа. Или намочить, или надрезать. Надрезать это просто. Через каждые 5 сантиметров делаются надрезы. А вот чтобы намочить, нужно соблюдать некоторые правила. Например, нам нужно согнуть полоску гипсокартона. В этом случае у нее одна сторона работает на растяжение, а другая на сжатие. Если мы намочим обе стороны, то та, которая работает на растяжение, сломается, потому что у нее будет ослабленный верхний слой бумаги. Поэтому ту сторону, которая работает на растяжение, мочить нельзя. И наоборот, та сторона, которая работает на сжатие, должна быть ослаблена, поэтому ее и нужно увлажнять.